Здорово, Лорун, Кюнди, Карачулер. Это программа «Сюс, Бесюс, Плюс». В Питере был интервью «Брал». А что ты знаешь о Якутии? О чем? О Якутии? Да. Есть три варианта. Первый вариант на Дальнем Востоке. Второй вариант там, где Якутск. Третий вариант, я не знаю, ну, наверное, там, где Бурятия. Якутия это где-то... Где Якутск? А, там рядом Бурятия. Ты молодец, парень. Почти угадал. Там самый главный датсан, который есть в нашей стране. Так-то, ну, у нас датсан так самый главный. Я встречался с этими тремя ламами, которые обычно приезжают в Москву вылечивать космонавтов. Тугуй? Космонавтов. Вот мне довелось вообще благословение великое встретиться с этими людьми. Он встречает меня и говорит, посмотрел в глаза такой. На четках посчитал, тут что-то прикинул, говорит, ты почему кровать не заправляешь? А, да. Чувак, от этого твои проблемы. Все, пошел заправлять кровать, все хорошо стало, прямо. А, стой, я очень хочу передать привет своему папе. Мальчик Сережа, 23 года, не пьет, кровать заправляет. Папа, отзовись. Я стал заправлять кровать. Ты это нашим скажи. Ну, молодые, да понятно. Всех люблю, всем мир. Давайте спросим у пожилых. Что вы знаете о Якутске? О Якутске? Да. Ну, столица шикарного, где изумруды валяются с земли. Что? Изумруды в Якутской? Провал. Саха-Якутия, все знают. Вы думаете, почему я в зеленом костюме? У нас флаг даже зеленый для изумрудов сделан специально. Изумруды валяются с земли. Правильно, изумруды же. Это был Сюс, Бесюс, Плюс. Пока.